Всем привет! Сегодня продолжение серии роликов по формированию корней. В прошлых роликах обрезала я центральный корень, оставляла только вот боковые, чтобы они наращивали боковые корни. И вот сейчас пришло время посадить их в более плоскую посуду и расправить корешочки. И посмотрим, как чувствуют себя одышки и какие там нарастили корешочки. Я вот просто отсюда вижу, вот утолщаются уже корешочки. Вот так они вроде каудекс такие стали у них, они были маленькие совсем, это сеянцы мои. Напомню, что они сейчас у меня растут на крышечках. Вот. А сейчас я им приготовила пенопласт вот такой. Я хочу побольше их разложить, чтобы они вот сейчас не загибались туда, а я их хочу прям ровненько разложить, корешочки. Ну, начнем перевалку. Ага, корешочки такие прям... Вообще нарастил, хорошие. Сейчас я вам покажу все. Я хочу снять крышечку вот эту вот. Посмотрите. Вот видите как? Вообще красавчик. Кто не видел предыдущий ролик, я убрала, видите, вот тут прям все затянуло. Я хочу, чтобы в будущем он у меня так стоял, знаете, на корнях, так красиво очень. Они же будут утолщаться, и когда взрослое растение будет, очень будет эффектно смотреться. Ну вот, конечно, с маленького возраста, это, конечно, время, конечно, еще много пройдет. Вот я его сейчас примеряю, как вот я его хочу посадить. Вот так вот, наверное. Да. Вот так вот посажу его. Расправлю ему корешочки, чтобы вот так вот они росли. Ну, вот такой вот красавчик получается. Я уже приготовила грунт, вот такие миски, купила их в посудоцентре, сделала дренажное отверстие и приготовила грунт. Ну, про грунт я уже говорила в своих роликах, какой, не буду повторяться сейчас. Их нужно будет потом постепенно пересаживать, более такие широкие чашечки. Вот это у меня уже, наверное, третья пересадка, чтобы вот корешочки разложить, чтобы они приняли красивую форму. Ну что, сейчас я вот сюда насыпала дренаж и насыплю сюда чуть грунта. Так, чуть грунта. Потому что здесь же еще пенопласт будет сейчас. Сейчас, чтобы вам было видно, сейчас это поближе камеру поднесу. Ну, сеянцы выглядят хорошо. Корешочки хорошие нарастили. Листочки тоже. Они еще совсем малыши. Ну, сейчас они вообще хорошо им будет.
здесь вот желательно хорошо все присыпать. Чтобы питание корешочком было, чтобы они лучше набирали формы. Маленько заваривается. Ничего, он выпрямится. Ну вот, одного пересадили. Вот так вот. Ну, сейчас буду переваливать следующий таким же образом. Ух, у него корешочки как. Здесь вот он у меня сидел вот на такой крышке. Ой, вообще смешно. Сейчас я его от земли немножко отряхну. А эти, видите, как куда загнулись? Вверх вообще полезли. Тоже видите как. Тиму тоже сейчас так вот на пенопласт посажу. Здесь я тоже уже насыпала дренаж. И также сейчас поправлю корешочки. У того, конечно, экземпляра корешочки были длиннее. Ну, у этого тоже хорошие корешочки. Пусть он их теперь вот так вот. Здесь тоже вот, ну пусть такие теперь будут. Все равно потом в будущем экземпляр будет интересный, своеобразный такой, знаете. Они вообще друг на друга вообще не похожи все. Они все разные. Вот поближе. Сейчас я его тоже засыплю грунтом. Наращивает себе красивую форму. Я пока ничего не стала там обрезать. Я думаю, потом месяца через два можно будет посмотреть, что там с корнями. И мелкие корешочки можно будет убрать. Ну, тоже смотря для придания какой-то определенной формы, да, например. Здесь вот вообще эти корешочки, главное, кверху загнулись и ни в какую не хотят опускаться. Не могу их ничем. Побольше посыплю. Все пересадила. Теперь я их хорошо полью. Полью и поставлю на свое место их. И куда же мне их поставить? Места катастрофически не хватает. Еще вот эти вот тазики стоят, они места много занимают. И вот вообще... Тушите свет называется. Кстати, вот еще у меня два экземпляра, которые сидят на крышечках. Вот видите, их просто раздуло, они были тоже маленькие. И вот им, я просто заметила, когда я посадила в такие плоские чашечки, они стали набирать прям вот по жопке. Смотрите, какие у них. Каунтекс раздуло. И вот у них корешочки тоже вот так вот лежат по вдоль. Чашек. Вот сейчас полью первого. Ну, хорошо пролью, потому что грунт сухой. А им сейчас нужна водичка.
Правда, у нас вечер уже, но тепло. Так, одному место нашла я. Вот здесь. Вот здесь, вот так. Теперь второму. Второго сейчас полью. И поставлю его на окно. Вот здесь буду ставить. Ну все. Увидимся в следующем видео.